В Десногорске 4 февраля ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с важным для всей страны событием – 75-летием Победы. От имени президента Российской Федерации глава Атомграда Андрей Шубин вручил ветеранам памятные юбилейные медали. Разрешите вас от лица муниципалитета поздравить с достойной наградой, пожелать вам здоровья. Центр спортивной подготовки «Динамо Росэнергоатом» совместно с волонтерами города также поблагодарили участников войны и поздравили каждого с годом памяти и славы. Представители организации вручили ветеранам приятные подарки, а главное – проявили свое внимание и заботу. Сохранить память о героизме русского народа и историю Великой Отечественной войны – одна из задач государства. Об этом напомнила молодому поколению и Октябрина Кононенко. Чтобы они никогда не забывали прошлое. Потому что без прошлого нет и настоящего. А прошлое наше было тяжелое все-таки вот военные годы. Ветераны проявляли свои подвиги не только в годы войны, но и в послевоенное время. Своим же трудом и силой духа после тяжелых и страшных лет они восстанавливали и поднимали страну. Куликов Василий, Вера Соловьева, Александр Четверяков стали первыми, кто получил медали из рук Андрея Шубина. А Октябрина Кононенко твердо заявила, что награду будет получать не в домашней обстановке, а на торжественной церемонии открытия Года памяти и славы. Мероприятие состоится 13 марта в Центре культуры и молодежной политики. Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.